Не знаю, это какой-то чудесный город. Только что отжала пакет фруктов бесплатно. На самом деле город меня встретил просто невероятно. Я, честно говоря, не ожидала ничего, когда сюда ехала. Наверное, поэтому мечты сбываются, стоит только расхотеть. Ну вот, могу показать на улице и мою морду. Уже без карты ориентируюсь, где что, поэтому Нью-Йорк ждет.